У нас тут съемки, все дела, короче. Поздоровайтесь с Родионом. Здорово, ребята. Здорово. Ну что у нас там по курсу? Компас показывает Кемерово. Кемерово. Все, кто нас оскорбит, в данном случае Сергей и его жену, получат отпор. Еще какой. Да. Да. Ребят, репостики не забывайте делать. Сейчас немножко поотрабатываем с Родионом, в принципе. Так, немножко вам эксклюзивчик сольем. Вот. Ну и потом дальше поговорим. Можно вас попросить вот так вот поддержите просто? Прям вот так вот, ага. Ку-ку! Что, боковой, наверное, да? Все перчатки порвал. Сейчас падает, да? Не-не-не. Смотрите, перчаткам хана, тренировки жесткие. Видите, что творится? Да, ребят, единственное, у нас бой скоро. По понятным причинам чисто бокс мы показывать вам не будем, потому что эту программу будете смотреть не только вы, но и оппонент Сережа. Да. Поэтому I like Muay Thai. Сейчас будем мы работать по Muay Thai, а бокс мы покажем там, в Кемерово. Приедем и покажем, что такое бокс. Вот, от Сергея. Да. Так, я просто сейчас работаю джеб. Джеб. И колено. Еще раз джеб. Колено. Да. Джеб. Ловки. Джеб, локи, хорошо, двигаемся, джеб, локоть, сейчас двигаемся, лок, входим, лок, она ушла, да, нормально, теперь прямой, трен, и локи, хорошо, готовой, локи, хорошо, двигаемся, прямой, ага, двигаемся, и лоу-кик. Да. Боковой. И лоу-кик. Хорошо, колено. Ага, локоть. Двигайся. И оп, локоть. Нет, локоть, да. Ушел, локоть, готов. И оп. Двигайся. Блок. Прямой. Лоу-кик. Ну, в принципе, достаточно. Да, как-то так, эксклюзивчик. Конец тренировки? Да, 3 часа, ребята. Перчатки в хана, придется покупать новые. Да. Родион, красава. Спасибо. Всем привет. Добра и позитива. Да, ребятки, всем привет. Тренер симпатяшка, да? Там свой. Да. Там Пашка работает. Я говорю, Пашка работает. Да. Всем добра и позитива. Ролик на канале, ребятки, вышел уже там ответ. В Америку пошел. ММА будет. Ребят, а может и ММА? Хрен его знает. Да, нам-то проще ММА. Че, отстрелялись в первом раунде и по домам. Вот. Че, Америка ТВ? А что насчет Америка ТВ? Короче, ролик на канале. Вот, ребят, тренировки жесткие, да? Ты разорвал анал, не маги. Да ладно, ребят, это... Я просто не хочу тренировки все показывать, это понятное дело, это так чисто. Для прикола, так сказать. А так тренировки жесткие каждый день. Сегодня, видите, выходной день, суббота, мы тренируемся. Из Одессы, привет, да, здорово. Привет. Всем привет. Караганда на связи. Когда в Штаты? Скоро. Меня уже вчера видели, говорит, я в очереди в американском посольстве стоял, да? Да. Давай, Родион едет на бой? Родион, вопрос тебе. Плюс. Родион сейчас, да, деньги соберет, да поедет. Зачем это? Да, собираем бабки. Я с большим удовольствием поеду, поддержу Сергея, поруковожу им, да. Как говорится, порулю во время боя. Да, наставник потому... номер, любас. Потому что одно дело это ты сам, когда в ринге смотришь, да, и ведешь бой. Другое дело, когда секундант хороший смотрит. 100%. Смотрит, а тебя знает твои фишки, знает как ты работаешь. И
имеет, как говорится, большой опыт и может вырулить и выиграть бой. Да, привет, Родион, все тебя уважают, здороваются. Да. Бой не будет. Да будет бой, ребят, 2 числа. После Димаги Рой Джонс ждет. Да, да. Все будет, короче. Все будет хорошо. Да. Что будешь делать с Лехой, с Димаги? Решим на месте. Ты знаешь, да, про кого речь? Ага, Димаги, смешно. Приедем в Кемерово. Да, ребят, скоро будем. 2 числа бой. Мы 31-го вылетаем. Америка ТВ. Ну да. Немаги откажется. Все может быть, ребят. Мы билеты взяли. Слово держим, короче, едем. Когда бой с Димой. Да. Нет, это самое. Он уже мне написал, там с ним разобрались. Все. Угу. Немаги СИ, привет из Крыма. Давай в Черногорию. В Черногорию тоже потом после Кемерово надо лететь. У меня там тоже сделка, надо заканчивать дела. Да, покажи удары. Не, ребят, это эксклюзив. Вот. Ладно, чё. Мы, короче, оттренировались сейчас. Душик, банька, все дела. И вкусный обед нас ждет. Все, ребятки, чао, пока. Пока. Всем пока.